потрібно. На настоящий день и не подставляй родителей. Сколько было? 150 гривен. Друзья, 100? 300? 350. Давайте так, если вы назвали сумму, и вы не досчитались в кармане, у соседей одалживать нельзя. Айфон реально отожму. Если нет, я вас накажу, ребята. Извините, пожалуйста, но давайте по-честному. Итак, 300 гривен раз. 350. 350, хорошо. 350 гривен раз. 350 гривен два. 400 гривен раз. 450 гривен раз. 450 гривен два. Свидетель. Говнюк, откуда? 550. Надо было их штук 10 сделать, знаете, вот, чтобы каждому... 550 гривен раз. 550 гривен два. Жень! Что, все? 550... 600 гривен раз. 635! Прям вообще по нолям, да, вот? Домой пешком. 635 гривен раз. 645. Пацаны, колено давайте по 50. Хорошо шли. 700. Вот, 700 гривен раз. Мы забираем. Гривен раз. 850. У вас колечки с собой столько, я могу понять, да? Вы же на свадьбу ехали. Все ж полный иллюзий. 850 гривен раз. 900 гривен раз. 950 раз. Ты так и говоришь, штука, да, блин. Ладно, штука раз. Штука 100. 1100 гривен раз. 1100 гривен два. 1100 гривен. Но, друзья, стоп, радоваться. Это, значит, все вместе помогайте мне считать, пожалуйста, вот свободная тарелочка. Сколько там было? 1100 гривен.